В Нижнем Новгороде торпедовцы в белом без особых проблем обыграли по-прежнему имеющий ноль в графе побед местный «Локомотив» и переместились с турнирной таблицы с седьмого места сразу на третье. Единственный мяч в ворота голкипера Алексея Рогачева, который заменил по ходу матча Андрея Новосадова, на 53-й минуте из предела штрафной площади беспрепятственно забил Дмитрий Везьмикин, огорчив тем самым своих бывших одноклубников. В дальнейшем нынешние партнеры Везьмикина по «Торпедо» имели массу возможностей увеличить счет, но ни одна из них не была реализована. На это, кстати, после игры посетовал наставник команды Виталий Шевченко. Ряд игр, где мы имеем достаточное количество моментов, а не исполняем. Проблема или мастерства не хватает, или, я думаю, мастерства не хватает. Итак, впереди «Спартак», который по потерянным опережает «Локомотив» на 5 очков. В следующем туре команды Романцева и Семина встречаются между собой. На третье место поднялось «Торпедо». Все шире пропасть между первой восьмеркой и теми, кто уже оставил надежды побороться за медали. Так «Сатурн» отделяют от «Алании» и «Ротора» 8 очков. В споре бомбардиров незыблемы позиции Титова. Чуть ниже куда-то запропастившийся блудный снайпер черноморца Коваленко. Навечно застыл на отметке 8 новый француз Панов. Его тут же настигли потенциальный новый русский Робсон и железнодорожник Лоськов.